За декабрь проплата была, значит, 1733 за отопление. В январе 22 года уже 2612. Галина живет в 16-м доме по Матросово уже 22 года. Исправно оплачивает квитанции за коммунальные услуги, тщательно следит за регулярными перерасчетами и повышениями. Поэтому недавнее увеличение суммы ее встревожило. Очень удивили вот эти цифры, потому что откуда все это берется, я не знаю, мы нигде не могли найти ответ на наш вопрос, потому что звонили в администрацию, они сказали, что это, они этим не занимаются, дали мне несколько телефонов, мы звонили в Пермь, звонили в нашу управляющую компанию. Пробуем разобраться вместе. Итак, с 2019 года отопление разделили на индивидуальное и общедомовое. 16-й жилой многоквартирный дом на Матросово имеет общедомовой прибор учета. Показатели с него списывает управляющая компания ЦКО «Боровск». Дали распечатку, по распечатке, значит, тарифы остались прежние. Это ЖКО снимает в подвале с общего счетчика. Ну, тут не намного разница в гигакалориях. А сумма вообще ужасна. Мы обратились за разъяснением в Соликамское МУП «Теплоэнерго». Для своевременного формирования платежных документов за декабрь и доставкой до потребителей в связи с длительными новогодними праздничными днями показания общедомовых приборов учета были сняты раньше обычного. Таким образом, в январе расчетный период составил 33 календарных дня. Увеличение также связано с изменениями температуры наружного воздуха. Вот и получается, что к январской сумме приплюсовали часть декабрьской. Добавим, важно учитывать нормы отопления в домах зимой. Так, например, в жилой комнате оптимальная температура до 22 градусов тепла, допустимая до 24 со знаком плюс, на кухне плюс 21 и плюс 26 соответственно. Повышение температуры в квартирах допускается в домах с общедомовым прибором учета тепла. По его показателям жители могут самостоятельно рассчитать сумму за тепло. На сайте «Консультант Плюс» содержатся формулы для подсчета выплат за обогрев квартиры. Объем теплоэнергии по среднему показателю минус объем всей теплоэнергии дома. Этот результат умножить на площадь квартиры, далее к нему прибавить объем тепла, который нужен для обогрева всей жилплощади, после делим на общую площадь всех жилых и нежилых помещений в здании. Получившееся умножаем на тариф, установленный на теплоэнергию. Если вы не согласны с суммами в платежках и хотите выяснить, почему они такие, запросите у своей управляшки данные общедомовых приборов учета за предыдущие годы и умножьте их на тариф и на площадь квартиры. Далее сверьте температурные графики с тем, как поставляла тепло ваша управляющая организация. Если ваши подозрения оправдываются, можно обращаться к ресурсникам за перерасчетом. Не получается договариваться мирно, обращайтесь в суд. Добавим, по всем вопросам начисления платы за тепло можно обратиться в отдел сбыта Соликамского теплоэнерго по телефону 7-22-56. Разбирались в математике тепла Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания «Соль ТВ».